А по результатам проведения чемпионата первенства Мурманской области 2023 года спортсменам, выполнившим нормы и требования, были присуждены разрядом. Сначала мы вручим книжку спортивного судьи. Вот такая вот она так вот выглядит. Муратов Егор, спортивный судья. Ну и спортивный судья получил книжку и ОС. Значок ОС. ОС. Садится. Сипулаева Айсель. Ее сегодня нету, за нее получает Муратов Егор. Получает книжку спортивного судьи. Значок ОС. Ну и судья. ОС. Садимся. Николай Горелов получает зачетную книжку спортсмена 2-й и 3-й юношеских разрядов и значок. Тютин Кирилл получает зачетную классификационную книжку 3-й юношеский разряд. УС. Демченко Александр получает 1-й юношеский разряд, зачетную классификационную книжку спортсмена 2-й и 3-й юношеских разрядов и значок. За него получает у нас Тютин Кирилл. УС. Третий юношеский разряд у нас получает Фроликов Максим, его сегодня нету, он в отъезде у нас. И зачетную классификационную книжку спортсмена 2-й, 3-й юношеский разряд. За него получает у нас Горелов Николай. Пришел долгожданный пояс Николая Горелова. Мы в прошлый раз ошиблись с размером, не тот пришел. Вот он пришел, наконец-то, 5-й размер. Но с честью и достоинством ты до соревнований прошел без этого пояса. На тебя смотрели так, как на Алену, допустим, не так сильно пугались, что таить. Психологический фактор это тоже имеет. Когда вручается то, что они заслужили, это дает им стимул, это дает им смысл продолжать этот путь, веру во что-то, то, что существует, а не просто когда это все на бумажке. Носись честью, даже когда ты его снимаешь, даже когда ты снимаешь кимоно, продолжай оставаться бойцом, продолжай оставаться каратистом.